Привет всем, народ! Сегодня мы с вами будем тестировать Alimtrade. Перед тем, как делать какие-то выводы, я решил протестировать брокера, так как давно уже здесь не был. Посмотрел, какие здесь изменения произошли. Пополнил я счет в своем духе. На 2000 пополнил, 2000 мне дали бонус, открыл сразу же новый счет. Давайте, пока я вам буду рассказывать, будем пробовать ставить ставки, там 40 рублей на повышение. Вот такая вот классная фишка в Alimp, в том, что они дают вот такие вот бонусы. Ни на одном брокере такой темы нету. Ни один брокер вам не дает 100% бонусы и с условиями, что эти бонусы вы можете выводить. Такая тема действует только на Alimp, это большой плюс. Но нюанс в том, что всю сумму 4000 рублей вы уже поставить не можете на одну сделку. Чтобы мы не были с вами слишком умными и не разоряли Alimp, как делал это я, они уже эту тему прикрыли. Что здесь мне еще понравилось? Прикольный синий фон, получше белого. Дальше, еще они сделали технический анализ. Так, давайте посмотрим, зайдет ли наша сделка. Сделаю так пару сделок, может штук 5, там, 3. Зашла наша сделочка, вы поняли? Не закрывает в один пункт. Так, опять поставлю на повышение 40 рублей. Так, сделали они технический анализ. Довольно-таки удобная штука. Выбираем темную сторону. Так. Сделали наподобие Trading View. Есть индикаторы. Например, волны выставляем, там, не знаю, уровни можно здесь, вот, уровни поставили. Удобная штука, например, вы здесь по зонному графику торгуете, да, например, по скальпингу, вы вот смотрите каждые там нюансы, а здесь просто анализируете, а здесь ставите. Вот это реально удобная вещь. А сейчас, я напоминаю, торгую просто наобум, просто ставлю сделки вверх-вниз, чтобы просто протестировать платформу. Так, отлично, слома у нас сделка заходит, уже у нас на балансе 64 рубля, давайте еще одну поставим. Так, сколько там поставим? 50 рублей и закругляемся, сделаем соточку за сегодня. И будем пробовать выводить без документов, посмотрим. Так, здесь я поставлю на понижение. Также здесь, видите, можем мы отменить сделку. Ну, а мы можем ее отменить только на вот на секундах. Дальше нету смысла ее отменять. Еще можем 20 рублей получить. Так, давайте покажу вам личный кабинет, чтобы вы видели. Также зарегистрировал, как я и раньше делал. Почту только подтвердил. Имени вводил, ничего не вводил, телефона не вводил. И буду пробовать выводить деньги. Так, сделка у нас не заходит. Увеличиваем в 3 раза. Ставим 150. А пойдем на повышение. Пойдем по тренду. Также вот здесь тоже есть индикаторы, вы видите. Очень мне понравилась эта тема с бонусами. Можно сейчас попробовать поставить всю сумму. Интересно, поставит оно или не поставит. 3800. Давайте, сейчас закроется эта сделка, я попробую поставить реально все деньги и посмотрим, работает эта фишка или не работает. Так, безрисковых сделок, вы видите, нам не дают при пополнении в 2000 рублей.
Так, нарулили мы с вами 134 рубля за пару минут. Шикарный просто результат. Торговали как попало. Так, 4134. Попробуем зарядить, например, на повышение. Видите, то, что я говорил, нельзя ставить. Сделали лимит, чтобы мы не были такими умными и не разоряли Олимп. Но, тем не менее, это отличный бонус. Думаю, буду... Хочется попользоваться этими привилегиями Олимпа. Ну что, народ, погнали на вывод средств. Так, сюда. Вывести. Так, сумма. Доступно мне 2134. Видите, бонус есть, а деньги выводить можем. Что они пишут? Обработка заявки в течение одного дня, комиссия 0%, неограниченная. Ну все шикарно, выводим. Списывается бонус у нас при выводе. Отправляем заявку. Все, ваша заявка ожидает обработки. Не знаю, как я смонтирую это видео. Может, покажу вам с заявкой уже обработанной. Или уже покажу, как мне вывели деньги или не вывели в следующем видео. А я снова с вами, пока не прощаюсь. Смотрите, как и следовало ожидать. На следующий день мне пришла выплата на мой кошелек WebMoney. Смотрите, 73.94. Пополнял я в 23.27. И на следующий день в 7 часов вечера мне пришла выплата. Смотрим профиль. Имени нету, фамилии нету, отчества нету, телефона тоже нету, подтвердил только почту. Так что все работает, как и в старые добрые времена. Многие, конечно же, могут сказать, что это только работает на маленьких суммах. Ну, не буду ничего говорить, просто раньше это работало до 500 долларов, даже больше. 560, по-моему, я выводил без подтверждения вот так вот. Сейчас не знаю. Ну, это отличная лазейка для кого? Для школьников. А у школьников нету больше 100 долларов. Так что, все школьники, добро пожаловать на Олимтрейд. Здесь вывод без документов. Ссылку я оставлю в описании. Там будет удвоение вашего депозита в два раза с бонусом. Так что, добро пожаловать на Олимп. Теперь-то я с вами точно прощаюсь. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.